Всем привет! Немного новостей с поляны и из-за периметра. Все участники вернулись на поляну. Мы вернулись, рассказывает Барзиков. И мы в шоке, честно говоря. Я понимаю, что Новый год, что все гуляли. Но к участникам есть вопросики. Я даже не могу пожарить нормально картошку, потому что кругом грязище. Ваня перемыл всю оставленную нерадивыми соседями посуду, загрузил две посудомойки. Интересно, говорит, хоть одна свинья мне скажет спасибо. Дома они так же срут, как здесь. Барсиков настоящий хозяин. Администраторы проекта тоже вышли на работу и рассказали нам о некоторых событиях на 6 дней раньше эфира. Тигран Салибеков опять в деле. Сегодня в реальном времени его домогалась Элина Рахимова. Девушка ревнует Сашу Федотова, который ушел на разговор с Машей Адаевой, и в отместку заигрывает с Тиграном, стягивает с него одеяло, зная, что мужчина без одежды. Потом сказала, что придет спать ночью на соседнюю с Тиграном кровать. В комментариях пишут, что эта мышь из себя возомнила. Простушка, строит из себя. Вот закинуть бы ее в женскую спальню времен Гозиас и Фрост. Да, новенькие девушки действительно очень быстро зазвездились, надели корону. Петраковская, например, выйдя за периметр на новогодние каникулы, хвасталась: «О, меня узнают, просят сфотографироваться, берут автографы». Зрители, кстати, Настю не любят. Ее пишут место в подъезде, во дворе с семечками, с ее жаргоном и поведением. Эфиры не хочется смотреть из-за таких, как Петраковская. Почему ее не выгоняют за драки? В адрес же Кристины Бухенбалте летят хвалебные комментарии после ее выхода в качестве ведущей на Лобном. «Кристина очень классно провела Лобное», вот пишут, «все по делу, спокойно, сдержанно, ведь она знает всю кухню». Великолепные Миша Козлов и Алена Опенченко прибыли на поляну полностью преображенными. Ребята побывали у косметолога, сделали уколы красоты. Вот Миша до и после процедуры при одинаковом освещении. На его лице теперь ни морщинки. И мешки под глазами стали меньше. «Хорошо выглядеть», пишет Алена, «это не всегда, к сожалению, про натуральность. Но это было круто и не больно. Мне исправили асимметрию на губах и на сослезки». А теперь немного про бывших участников. Безус намекает на то, что Оксана Воронина, девушка Гранта, беременна. Вот вам эффективная пара. Вика Бахарева и Дима Васильев опубликовали совместное фото с празднования Нового года. Они вновь, оказывается, воссоединились и живут вместе. Настя Бигрина и Женя Ромашов нашли на Бали странных людей, с которыми вошли в новый 2023 год. Это были представители разных стран. Настя и Женя никого в этой компании не знали, но перезнакомились и веселились по итогу всю ночь напролет. Пили крепкие местные напитки, танцевали, пели, устраивали батлы. Потом уснули в каком-то странном деревянном доме. Поклонникам страшно за ребят. Они попали то ли в секту, то ли в притон. А может, наконец, нашли то, что искали. Как думаете, пишите в комментариях. Это все новости на сегодня. Подписывайтесь, будем сплетничать. И заходите на мой второй канал «Ирин Дом. Детские авторские песни».